Обеспечить безопасность на стратегически важных объектах полуострова – эта тема стала главной в ходе выездного заседания антитеррористической комиссии республики в Красноперекопском районе. В особенности это касается предприятий химической промышленности. По словам Сергея Аксенова, анализ поступающей в комиссию информации говорит о том, что меры, которые были направлены на обеспечение антитеррористической защищенности этих объектов, являются недостаточными. Учитывая фактор близости границы с Украиной, полагаю, что на данных объектах необходимо свести к минимуму возможности совершения террористического акта. Для этого требуется обеспечить на регулярной основе проведение мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности не только объектов химической промышленности, но и в целом жизненно важных объектов всего региона. Кроме того, участники встречи обсудили меры, которые обезопасят проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Также на заседании рассмотрели вопросы реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Крыму до 2018 года.